Все концерты Виктора Зинчука всегда производят настоящий фурор не только в России, но и за рубежом. Его выступления пользуются неизменным успехом вот уже более 40 лет. Так, в светлый праздник Пасхи заслуженный артист России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, гитарист-виртуоз, покоривший своей игрой миллионы ценителей инструментальной музыки, радовал блестящим выступлением своих щелковских фанатов. Со сцены концертного центра «Щелковский театр» звучала классика в современной обработке Зинчука, где музыкант внес свое новое видение в произведения Бетховена, Моцарта, Штрауса и других композиторов. Его свежий взгляд на бессмертные музыкальные шедевры очередной раз демонстрировали слушателю, насколько многогранна музыка. Также зрители наслаждались любимыми композициями собственного сочинения музыканта и народными мотивами. В руках музыканта гитара звучит невероятно, неповторимой красоты звуки наполняют зал, завораживая зрителя. В пасхальный вечер царила атмосфера светлого праздника. Сам артист признается, что выступления в такие дни всегда эмоционально отличаются от других. Необыкновенные дни, необыкновенная атмосфера. Люди, которые пришли сегодня, ну, они тоже необыкновенные. Поэтому этот концерт, он отличается от всех остальных вот этим нервом, этим праздничным настроением, этой атмосферой, которая и неописуема словами. Для щелковских поклонников творчества золотой гитары России Виктора Зинчука этот пасхальный концерт – долгожданный подарок. Провести вечер этого светлого праздника под музыку, исполненную виртуозом – огромная радость. Это просто заряд энергии, потрясающе. Любой музыкальной фразой ты обогащаешься, и она поступает и ложится на душевный лад. Это великолепно. Я очень рад, что я здесь очутился. Всех присутствующих в зале зрителей переполняли эмоции. Каждый музыкальный номер сопровождался бурными овациями. Пасхальный концерт Виктора Зинчука прошел на аншлаг. А по окончанию поклонников была уникальная возможность пообщаться с любимым артистом и взять автограф. Анна Балиец, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».